Салют, ханты! Добро пожаловать на новое видео. И сегодня это чуть ли не по запросам, кстати, видос лук. Но просто так делать лук я не хотел, и поэтому я кое-что придумал. Вот столетие на яде, вот лук на колючках. Разъебать всех! Охуенно. Ну и по традиции, прошу вас поставить свой мужицкий эротический лайк, написать великолепный коммент, как вам такая сборка, интересно ли вам попробовать такой сет, и, естественно, подписаться на великолепный канал. Мы, отспаунившись у босса, быстренько прибежали к нему. Босс был на карте один, и это был паук, к моему сожалению. Так как я брал с собой столетие на яде, я думал, быстренько босса раскидаю, после чего будем ждать типов. Но ему было на это плевать. Так или иначе, мы довольно быстро разбирали босса, и к нам начали приходить друзья. Хорош, хорош. Первый тир остался. У него рычажка вроде. Ох, блять, у него термин. Это они его? Это я его. А гасусь теперь типа с этого. Так, погоди. А где они, ты их видел? Да. Откуда? Снизу, на первом этаже. Типы были настроены нас пушить, но и мы тоже не пальцем деланы. Мы были готовы их встречать. Он же не внутри еще, правильно? Нет, не должен быть. Вот я тоже думаю, пока нет. По второму этажу бегают. Нет, он внутри. Где? На первом этаже. Я не знаю, как он сюда попал. О, блядь. На мне. Бегу. Чел с фанингом. Я его убил. Хорош. На мне еще один бежит. Или что? Или где? Блять, я в него не попал. Это тот, у него аптечек нихуя уже нету. Ну да. Попробуй поднять, пока есть минутка. Дверь железная открывается. Не, он байтил. Да, он байтил. Каждый год от сотни до тысячи охотников погибают в результате того, что выбегают с динамитом на лучников. Мы же, общество по защите охотников, которые бегут с динамитом на лучников,
хотим это предостеречь, чтобы не заносить их в Красную книгу. Именно поэтому мы просим вас помочь нам либо финансово, либо игрушечным динамитом, для того, чтобы охотники не умирали и дальше резвились в неволе. Ну, он старался. Все, здесь все лежат. В следующей катке мы уже с Максом. Также заспаунились у босса, быстро его забрали, но в этот раз команд было чуть поболее. Первоначально мы думали, что можно просто уйти, так как выход был у нас за спиной, а типы лупятся там. Но уходить без файта — это, наверное, не наша история. Именно поэтому мы подождали, пока будет шум и от нас отойдет внимание, и решили выйти навстречу пацанам. А, нихуя себе. Разные пати, что ли? Да, они не друзья. Тихо. Какого хуя я не попадаю? Я просто, блядь, не понимаю. Я точно в него, блядь, стреляю, не могу попасть. Говно, блядь, ебаное. Умерла. Погоди, надо лутать срочно. Ты второго, двух убил? Один. Ты, по-моему, убил его. Я не убил его. Там мы ударники убили. У меня хп пиздец мало. Так, еще... Тут типы. Блять. Попал. 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 Убил. Минус. И я тоже. Макс, срочно лутай хоть кого-то. Я лутаю, лутаю, лутаю. Ты лутаешь? Да. Все, никого нет. Ебать. Мы чё? Это все мой охуенный лук, чтобы ты понимал. Единственное отличие данного файта от предыдущего, то, что у меня был не столетие короткий, а именно офицерский нагант. Я его взял, чтобы помочь Максу закрыть быстрее ивент, но, в принципе, смысл от этого не изменился особый. Ядовитый патрон плюс лук на колючках показали себя. И напоследок я хочу вам показать небольшой буквально фрагмент того, как мы пришли, отняли босса, а после побежали на выход, где нас ждал дружочек-пирожочек. Французский. Испанский. Итальянский. Босс у нас. Да, его бьют. Ну, сейчас они увидят наш пинг, помрут просто. Далее будет мой самый любимый момент за все катки. Пиздец, ты бы видел, нахуй. Ой, сука, ты бы видел, это пиздец. А я ты убил или я? Я не понял, скорее всего, ты. Я что-то не увидел даже хитпоинты. Где они, нахуй? Где он? Конь ебучий. Хорошо. Мы забрали награду и пошли на выход. Но косой снайпер показал нам свое место. Ага. Красавцы. Пока еще не вижу. Ну, давай тогда петляем аккуратно. Сейчас на вышку заберусь, там спарк снайпер будет. Блять, если он на вышке.
Да, он пытался мне в голову попасть ровно там, Никит. Красно. Ты честно уже? Кого? Да нет, я видел пулю, откуда летит. Побежал? У меня секунд нет, беда, блядь. Нет, он тут вот за камешком этим. У тебя? Нет. Какой камень еще раз? Где-то уже. Да он где-то вот тут уже. В домах? С той стороны. Нет. А может и в домах, кстати, еще чекну. Нет, он тут вот прям снизу. Где, где, где? Ну да, Спарку снайпер возьму. Да выебывался фраер. Грустно, но с кем не было. Кинь на него колечко, пожалуй. Ну давай, 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 какие вопросы. И это еще одно огромное преимущество лука на колючках. То, что сольника вы можете закидать, и ему будет как минимум тяжелее встать. А если у вас есть молотов, то еще и поджечь, и ну, он точно охранеет, когда встанет. Слушайте, а на этом на сегодня все. Я реально понимаю, что не очень много вышло, но по какой-то, блядь, великолепной случайности каждая наша катка, где я был с луком, нам встречался минимум среди людей. Из того, что есть, мы выжили максимум, повоевали знатно. Я надеюсь, сборка вам понравилась. Ну, вроде как реально прикольно. Я бы и дальше с такой бегал, но я соскучился по спектру. Пока-пока.